Вітаю, друзі! В ефірі програма «Арт-простір» та її ведучі Денис Бабков та Світлана Вовк. Сьогодні до нашої студії завітав артист, режисер-постановник Олексій Павліщев. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо. Здравствуйте. А що ж, друзі, детальніше, як завжди, про нашого гостя ви можете дізнатись з нашої візитівки. Олексій Павліщев – режисер театральної студії Миколаївської громади єврейської культури. Навчався у театральній школі в місті Севастополь, а в свою першу роль Буратіно зіграв ще в 4 роки. Закінчив Миколаївське вище училище культури за фахом режисер театралізовано-масових заходів. 2 роки працював актором у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. 10 років був на посаді керівника молодіжного єврейського театру. Поставив більше 10 спектаклів. З 2012 року викладач кафедри режисури у Миколаївському коледжі культури та мистецтв. З 2018 року завідуючий циклової комісії видовищно-театралізованих заходів. Більша частина професійної діяльності пов'язана із сценою. За словами самого пана Олексія, любить експериментувати, творити не тільки на сцені, а й в житті. Мріє відкрити свій театр. Отже, пане Олексію, ви мрієте відкрити свій театр. Так. Як давно ви про це мрієте? На самом деле, з дитинства у мене було 2 життєві пути. Либо пойти в спортсмени, либо остаться в театрі, или начать работать в театрі. І так сложилось історично, що з театром, со сценой связана большая часть моєї жизни. У мене мама режисер, і вона мене привела в театр, на сцену. Как было сказано, в 4 года я сыграл Буратино в новогоднем утреннике, и с этого времени я со сцены уже не уходил. И, наверное, с периодом моего взросления начала формироваться идея создания собственного театра, потому что все работы, в которых я участвовал как актер или наблюдал как зритель, как делаются режиссерские работы, меня больше интересовал вопрос самой постановки. Какие мысли вкладывает режиссер, почему именно так ведут себя актеры на сцене, почему именно такие мизансцены выстраивают или такие спецэффекты применяют. Поэтому для меня актерская работа, она была очень интересной и суперважной. Но при этом мне всегда хотелось сделать что-то самому, поставить что-то. И, наверное, создание театра, собственного театра, наверное, это такая сверхзадача, которая даст мне возможность творить постоянно для своего зрителя, да, еще больше, да. И, может быть, я очень надеюсь, что качественнее, и я надеюсь, что зрителям будет это нравиться. Прямо зараз відбувається в Миколаївському академічному художньому драматичному російському театрі прямо зараз відбувається вистава «Кольори», ваша вистава. Да, вистава моя, спектакль мой, написаний он Павлом Мар'є, це український сучасний драматург. Очень тяжелая пьеса на самом деле. Тяжелая и к восприятию, и к постановке в том числе, потому что очень непростая тема, тема, которая касается каждого из нас так или иначе, тема украинских иммигрантов, об их жизни за границами родины, о переживаниях, о любви, разочарованиях, трагедии. И это очень сложно передать актерски, очень сложно выстроить режиссерски грамотную цепочку и линию. Ну и, конечно же, восприятие зрителя – но тоже всегда нужно находиться все 100% во время этого спектакля, нужно думать, нужно задавать себе вопросы, искать на них ответы, и так или иначе финал этой пьесы мы простроили таким образом, что вопрос остается открытым, и каждый человек, уже уйдя со спектакля, будет искать ответы. И как... сам даст на него ответ. Да, очень надеемся, что найдет ответ на этот вопрос из своей жизни, из жизни своих родственников, потому что наши бабушки, мамы очень много знают об этой истории, да и, в принципе, современность, которая сейчас, в которой мы живем, она тоже очень близка с той тематикой, которая затронута в самой пьесе. До фіналу нам ще насправді далеко. Я пропоную, щоб наші глядачі та слухачі могли зараз і почути, і побачити, тож перший фрагмент. Жінка у чорному, дуже стара, пихата, вибаглива і ексцентрична. Хоча корова шила б це ліпше, ніж ти. Дивись,
Твої пальці вже не такі, які були колись. Так, це вже кінець. Цьому свій час. З мене досить. Окрім цього, існує багато інших справ. Не обманюй себе. Далі тільки гірше. Починається з пальців. Вони тремтять, не слухаються. Потім очі. Ти знаєш, що це таке? Дивитися на світ мертвими очима. Чи прокидатися вночі від того, що сходила під це? Ну годі, це вже схоже на казна на що. Шантаж якийсь чи залякування? Одягай памперс, якщо не впевнена в собі. Думаєш, натягнувши на дупу памперса, ти вирішиш усі проблеми? Ні. Ні. Проблема не в думі, а в голові. Розумієш, що ти тут поробиш? Не знаю. Візьми ще один і одягни собі на голову. Прошу? Я не зрозуміла. Та нічого. Сходи краще попійсяй. Незабаром всі зберуться. Добре. Сходжу. А хто прийде? Всі. Просто всі. Отже, вистава отримала назву «Кольори». Я пропоную поговорити про кольори дещо пізніше, про символізм. А тепер давайте трошки пояснимо, що відбувається на сцені. Ми розкриваємо всі секрети. Увага, зараз буде спойлер. Да. Ну, на самом деле, действительно, это спойлер, потому что сама п'єса и моя постановка выстроена таким образом, что то, что відбувається на сцене, не совсем понятно с самого начала. Так, дійсно. И в этом есть некий сюрприз или наоборот некое опасение, потому что зритель, который не привык к тому, что театр это все-таки не совсем индустрия развлечений, а индустрия интеллектуального зрителя, думающего, да, то здесь начинаются очень большие несоответствия того, что происходит на площадке, зачем мы это смотрим, и постепенно мы раскрываем секрет, а секрет заключается в том, что все актрисы, которые появляются на площадке, которые появляются в этой пьесе, они все играют одну женщину. Одну У нас женщину. Один герой, по сути, да, так? Да, по сути, это одна героиня, причем эта пьеса написана с, ну, скажем так, это биографическая пьеса, то есть действительно есть эта женщина. Реально есть эта женщина, Мария, она жила в Париже, и именно там она познакомилась с автором этой пьесы, и по ее истории он уже написал эти самые кольоры. Поэтому все актрисы играют реального человека, одну женщину, но есть один как бы момент, она в разных возрастах. То есть каждая из актрис показывает какой-то отдельный промежуток времени, возраста вот этой главной героини, которая, собственно говоря, и дала почву для написания этой пьесы. Ну, дійсно, переглядаючи виставу, я зрозумів, що всі ці 5 акторів, вони грають одну людину лише тоді, ну, приблизно десь на половині. Я тільки почав здогадуватись про це. Да, і на самом деле это нормально, потому что как бы, ну, я и мои актрисы, да, мы проговаривали эти моменты очень часто, и зацепки для того, чтобы разгадать эту головоломку как можно быстрее, мы даем практически с самого начала спектакля. Но в основном все зрители, с которыми мы общались после показа спектакля, конечно, они догадываются где-то к середине, когда уже более-менее явно становится понятно, что происходит на сцене, да, где это происходит и, собственно говоря, что мы хотим донести. Но есть зрители, которые в самом финале догадываются, есть зрители, для которых вообще становится открытием, уже, наверное, после закрытия занавеса, открытием, что... Они начинают спілкуватись один с одним, так? Да, конечно. Когда у них уже начинается откровенный диалог по поводу того, что они одна. Вот. Но на самом деле это очень хорошо, что мы
мотивируем людей на то, чтобы они думали, на то, чтобы они задавали себе вопросы, кто эти женщины, почему они так себя ведут друг с другом, о чем они в принципе говорят. И очень радует, что многие зрители, ну практически все зрители, догадываются, о чем идет речь, и уже смотрят совсем другими глазами. Потому что когда ты осознаешь, что это одна женщина, то ты уже начинаешь смотреть не на женщину, а на возраст. И ты ищешь соответствие себя с тем возрастом. Да? И многим непонятно, почему в одном возрасте мы на одну проблему реагируем так, да, а там чуть старше или моложе люди реагируют так. И когда мы визуально в спектакле показываем, что на самом деле это не мы такие плохие или хорошие, да, это просто так мы в этом возрасте вот так реагируем на ту или иную ситуацию в жизни. И это очень полезно посмотреть на себя со стороны или даже не на себя, но прикинуть, что мы все живем в разных возрастах, и в нас в каждом живет очень много людей. Просто мы не замечаем этого, а когда вот есть возможность визуально на это посмотреть, то, может быть, мы зададим себе вопрос, а как бы я там 10 лет назад отреагировал бы на вот эту ситуацию? Или как я в будущем, может быть, отреагирую на то, що відбувається зі мною зараз? Ну, ось насправді про те, що ви зазначили, що деякі люди починають розуміти, що це була одна жінка тільки в кінці самої вистави. Я думаю, що це добре, оскільки якщо б люди зрозуміли це на початку, то, вибачте, вони б встали і пішли. Может быть, да. И самое, что интересное, мне кажется, что именно вот этот спектакль, это тот спектакль, который нужно смотреть два раза. Mm-hmm. Почему? Потому что первый раз непонятно, что происходит. То есть первый раз мы теряем очень много скрытых смыслов в самих диалогах, потому что не очень понятно, кто эти женщины. А когда мы второй раз идем и уже четко знаем, что это одна и та же женщина, просто разные возраста, то мы совсем по-другому смотрим на этот спектакль. Совсем по-другому видно взаимоотношения персонажей. Почему эта маленькая девочка так жестко реагирует на женщину пожилого возраста? Почему эта пожилая настолько обхаживает возраста, которые чуть-чуть моложе, потому что она же понимает, что это она, только чуть-чуть раньше. И когда зритель догадывается, вот тогда начинается другой спектакль. Может быть, да, они бы встали и ушли, но это не совсем сверхзадача спектакля показать, что есть разные возраста. Да? Здесь все-таки больше сам трагизм вот этой судьбы, женской судьбы, которая так покидала эту нашу героиню, что, ну, не дай бог каждому пережить все те испытания, которые выпали на ее судьбу. И здесь вот эта разность возрастов, этот, ну, прием, благодаря которому мы даем возможность понять, что, да, если в детстве потерять отца или мать, да, то это трагедия этого возраста. Если в, как бы в зрелости, да, или во взрослом возрасте остаться одной с двумя детьми, да, и, ну, все надежды, скажем так, на создание семьи потерять, то это совсем, это другая проблема, то есть это другие переживания. И каждая из этих возрастов, она имеет вот свой какой-то такой момент, который является переломным, ключевым, да, который дает возможность нам каждому взрослеть, мудреть, где-то становиться сильнее, где-то, наоборот, становиться сентиментальнее. И глядя на этих актрис и проецируя свою жизнь на вот эти возраста, можно, ну, можно, может быть, не приготовиться к тем событиям, которые происходят в нашей жизни, но увидеть, что так бывает, і понять, що це нормальний життєвий процес. Це важливо. Давайте тоді далі нашим слухачам та глядачам покажемо другий фрагмент. Давайте. Які у вас впевнені рухи? Такі чіткі, легкі, граційні. А я вже так не можу. Мені горнятко до рота піднести важко. Моєї мами такі ж рухи, як у вас. Оце чує і спостерігаю за ними. Здається, вона заздалегідь продумала, куди що поставити, куди глянути, на чому зосередитись. Все стихає. І нас діточок добряє, і в хаті повибирає, і одяг пошив. Та й взагалі мати одяг від пані Кружлянської престижно. Адже мати знаменитий в районі модельєр. Я і мої сестри завжди одягнені як лялечки. Чого вона розповідає в теперішньому часі? Спитайтеся в неї. Це лишень початок. Ви пожалкуйте про те, що дозволило сюди заманити себе. Але це наш борг.
Отже, ми щойно переглянули один з фрагментів цієї вистави. І, наскільки я зрозумів, акторами на сцені є виключно студенти 4-го курсу Миколаївського коледжу культури та мистецтв, так? Да, именно так и есть, причем только девочки. Это такой, это курс, да. На самом деле, это один из критериев выбора пьес, постановок, да, это актерский состав, конечно же. Понятно, что можно читать и наслаждаться разными пьесами, но если нет актеров, то, к сожалению, эту пьесу мы откладываем, да. То на этом курсе, на выпускном четвертом курсе режиссерского отделения колледжа культуры и искусств учатся одни девочки, и это их курсовая работа по актерскому мастерству. Собственно говоря, было огромное количество вариантов, что ставить, и женских пьес не так уж и мало на самом деле написано, но вопрос интереса самой работы, вопрос уникальности темы, которая поднимается в пьесах, и, ну, плюс как бы актерских возможностей, конечно, он очень остро стоит, поэтому один раз прочитав эту пьесу, мы приняли решение взять ее в работу, хотя, конечно, это, ну, очень сложная актерская работа и вообще психологическая работа, потому что, конечно же, большинство возрастов, о которых говорят студенты, они еще не пережили, и им приходилось на личном, ну, не на личном опыте, наоборот, да, а на примере там взрослого поколения, общаясь со своими бабушками, мамами и так далее, пытаться понять, как себя ведут люди, почему они так говорят. Но мне кажется, что у них получилось, и мы потратили достаточно много сил, времени в наблюдениях, в разговорах, в пересмотре каких-то там интервью и так далее, для того, чтобы вот приблизиться, скажем так, к пониманию того, что происходит на сцене и какой образ и мысль должны нести актрисы. Але одразу вони всі визначили зі своїми ролями. Ну, визначився я. Но да, на самом деле есть несколько составов этого спектакля. Не на все роли, конечно же, но на две. На вот на роль женщины в розовом и женщины в красном есть два состава актрис. Ну, критерии подбора, почему так, да, ну, здесь несколько моментов. То есть, первое, это, конечно, психологический рисунок самого человека и актрисы, да, во-вторых, как бы его внешние характеристики. Но подбор актеров – это, ну, такой один из как бы ключевых элементов успеха спектакля, в принципе. Поэтому мы подходим к нему очень тщательно. И кастинг, скажем так, у них был у всех. То есть возможность себя попробовать в том или ином образе была у всех. Но как бы такое стопроцентное решение принял я. Уверен, что не прогадал, потому что они и сами любят свой образ, и он им подходит как визуально, так и психологически, и им, и мне, и им, несмотря на то, что очень сложно, но очень приятно было работать над этим спектаклем. Вистава отримала назву «Кольори». Так, і ми, продивляючись цю виставу, помітили глибокий символізм у цих кольорах. Тим паче, що навіть ви розподіляєте акторів: жінка у рожевому, жінка у червоному, жінка у чорному. Так, давайте трошки поговоримо про кольори і що вони символізують собою. Но на самом деле название этой пьесы – это не мое название, да, это автор так назвал пьесу, и в описании персонажей, да, есть как бы в пьесах характеристика персонажей, описание, они так и названы. То есть ни у одной из них нет имени, и первую часть, первую половину пьесы мы не знаем, как кого зовут. Уже потом, когда она себя называет, вот в момент этой клинической смерти, когда она себя называет «Я Мария», то мы понимаем, что она вся Мария. А в описании оно так и идет. Женщина в розовом, женщина в оранжевом, женщина в красном, женщина в фиолетовом и женщина в черном, она же женщина в белом. Это пять цветов, да, и действительно они все очень символически подобраны, и мы, когда готовили этот спектакль, мы изучали каждый цвет, мы изучали его характеристики, мы изучали, что он означает, да, и понятно, что если розовый – это цвет наивности, цвет чистоты, да, цвет такого света, да, то оранжевый – это такой яркий, броский цвет, цвет молодости, цвет энергии, цвет жизни. То следующий возраст, который переходит из оранжевого, то это цвет красный, да, и по пьесе «Женщина в красном», и вообще это такой броский, агрессивный цвет, который не приемлет никаких вариантов, да, и, конечно же, он страстный, и именно
такие черты характера у этого персонажа и у женщин в этом возрасте, да. И если говорить уже дальше, то переходя из красного, мы больше успокаиваемся, да, мы становимся более лояльны. Это фиолетовый цвет, такой самый дорогой на самом деле цвет, потому что, да, фиолетовый считается самым дорогим цветом, потому что в Египте было очень сложно добыть фиолетовый цвет. И вот с египетских как бы времен, когда фараоны просили роспись там или что-то, то вот фиолетовый цвет ценился самым дорогим, потому что его искусственным путем добыть сложнее всего. Поэтому он считается самым таким благородным, дорогим цветом. Але він ще заспокоює. Ну, может быть, да. Может быть, в какой-то степени он, конечно, успокаивает, но это такой цвет старости, если так одним словом и грубо говорить, да. Звучит, конечно, немножко грубовато, но тем не менее оно так есть. Это цвет старости. Ну и как бы крайний цвет этого спектакля – это черный цвет. Это единственный персонаж, который реален, да, вот в этой пьесе, потому что если говорить о месте действия, то сам автор нам не указывает, где происходят события. Да? То есть он только описывает, что происходит, а где происходит, мы как бы додумываем сами. Ну и понятно, по пьесе становится, что это все происходит в голове именно черной. Да? То есть вот этого последнего цвета и ее пресмертно. Но проживая еще раз своє життя. Перед смертью она полностью собирает все свои возраста, она собирает все свои эмоции для того, чтобы разобраться в своей жизни, да, и как бы она единственная реальна, но есть один момент в спектакле, когда она переживает как бы момент, ну, такой клинической смерти, когда она, грубо говоря, исповедуется перед собой, перед всеми, кого она помнит и о ком она говорит в пьесе, вот, то там она, конечно, женщина в белом. Да, то есть там она... Мы маємо ще фрагмент з вашої вистави. Давайте посмотрим. Пропонуємо. Кажете, тільки на 6 персон залишилося. На 5 також непогано. На мій вік вистачить. Отже, ми щойно продивили ще один фрагмент. Якраз про кольори. Так, там вони дуже яскраво, дуже швидко змінювалися ці всі кольори, які ми зазначали. Так, а що це символізувало, розкажіть, будь ласка. Ну, на самом деле, это вот тот момент человеческой судьбы, человеческой жизни, когда идет переход, скажем так, из этого мира в иной, да, и вот это внутреннее ее состояние передавали вот эти девочки, да, ее воспоминания, которые понимают, что если она сейчас оставит этот мир, то, соответственно, и они. И это суета, этот хаос, не побоюсь этого души. Слова, да, это крик того, что происходит внутри каждого человека, ну, мне так кажется, в момент, когда вот наступает тот час X, который дает нам как бы понимание того, что все. Да, и на этом можно было бы заканчивать спектакль. В принципе, было бы понятно, если бы она закончила свою жизнь. Алени, да. Потому что эти ее цвета не дали ей умереть. Да, она еще мало что сказать. Ну, они не получили ответ на самый главный вопрос. И вот это то, что в финале спектакля дает нам понимание, почему все это происходит. Да? Потому что каждый из этих цветов, он знает только то, что происходит в его возрасте. И был один как бы очень важный вопрос, вернулась ли она в Украину или нет. И никто не мог дать на него ответ, потому что
эту проблему она решила уже в том возрасте, который не подвластен никому из них. И поэтому, конечно же, они не дали ей оставить этот мир, они ее вернули, да, из этой клинической смерти они ее вытащили и уже начали расспрашивать дальше. Но вот этот момент, он очень эмоциональный, потому что здесь заканчивается реализм этого спектакля, да, то есть если все, что идет до этого момента, это, скажем так, бытовой, достаточно банальный... Схоже на какую-то семью. Да, да, действительно, то есть это просто один из дней или один из случаев в какой-либо, любой, скажем так, среднестатистической семье, то все, что происходит после этого момента, да, это начинается, ну, такой, может быть, немножко с элементами абсурда, но, тем не менее, такая фантастика, потому что вот после этого момента начинают раскрывать карты. Уже в открытую, как бы, мы говорим о том, что все эти между собой знакомые, на самом деле, знакомые настолько близко, как никто другой, да. Поэтому это такой, ну, не кульминационный момент, но предкульминация, которая дает нам возможность, нам, зрителям, я имею в виду, дает нам возможность еще раз задать себе вопрос и понять, как можно за одно мгновение увидеть все события своей жизни с самого маленького возраста до сегодняшних дней. Цікава задумка, і мені здається, вам вдалося її втілити. Як я вже і казав, прямо зараз відбувається цей спектакль на сцені Роздраму. Це перший досвід для молодих актрис. Да, это первый, именно для этих актрис, это первый такой опыт у них выхода на профессиональную сцену русского театра. Здесь я хочу поблагодарить Артема Александровича Свистуна и Сергея Васильевича Мыцика, директора русского театра колледжа, за то, что они дали возможность и мне, и актрисам попробовать выйти на профессиональную площадку, на николаевского зрителя. Мы давно сотрудничаем с русским театром, и этот обмен опытом дал возможность выступать. Сложно им перестроиться, потому что когда они выступают в стенах колледжа, то, конечно, это домашняя атмосфера. Да, это свой зритель, это своя сцена и так далее. Здесь немножко сложно, но я уверен, что это очень хороший опыт. И профессионального роста, и актерского роста. Ну и вообще, в принципе, я очень надеюсь, что николаевский зритель примет их, и у нас это получится. Алексей, мы имеем для вас невеличкий сюрприз. Так. Традиційний вже для наших глядачів, вони знають, про що ми говоримо. У нас є бліц-опитування, питання не дуже важкі, на них потрібно відповідати швидко і якомога коротше. Так, і коротко. Быстро і коротко, одним словом. Договорились. Драма чи комедія? Комедія. У яку країну ви ніколи б не поїхали? На Аляску. А хіба можна казати слова «ніколи»? Ні. Яка найбільш мудра думка, яку ви колись чули? Ніколи не ловіть кактус на літу. Як би ви себе описали? Скорпіон. Ви самокритичні? Так. Да. Що вас найчастіше засмучує? Отсутствие свободного времени. Якби ваше життя було книгою, то яку б назву вона мала? Три мушкетер. Клас. Що для вас значить успіх? Это когда все здорові і щасливі. Що вас дратує? Ой, много чого. Когда я забуваю телефон вдома. Чого вам не вистачає для цілковитого щастя? Сина. От так. Я думаю, що ваша дружина це почула. Да, у мене дві дочки. Що ж, пане Олексію, дякую, що завітали. Ви дуже цікава людина. Ми бажаємо вам успіхів, творчих успіхів. Бажаємо вам натхнення. І особистих теж. Спасибо. Дякуємо, що завітали. Шановні слухачі, ми будемо прощатися з вами. Нагадаю, що це була програма «Арт-простір». Та її ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Ще побачимось і почуємось.